Лавозерский район включился в благотворительную программу «Мир новых возможностей». Первый грантовый конкурс провели после того, как «Норникель» начал работу по освоению Камазерского литиевого месторождения. Какие проекты поддержала компания, узнали мои коллеги. Здесь да, еще много чего не готово, печка еще тоже не готова, не собрана. Здесь будет еще линолеум. Это у нас саамская комната. Когда-то Екатерина Устинова работала в Музее истории, культуры и быта кольских саамов. Там и увлекалась традициями коренных народов. Теперь девушка хочет обратить внимание на коми-ненцев. Поэтому решила открыть собственный музей-мастерскую. Деньги на это удалось получить благодаря победе в конкурсе социальных грантов Норникеля. Тут, конечно, еще наши средства сюда, да, внесены. Но на данный момент мы пока потратили 700 тысяч, 750. Вот, а так грант где-то на 1,5 миллиона. В планах многое. Выставочные комнаты, где будут храниться предметы искусства, место для чаепитий, конечно, помещение для ремесленников. В них мастера со всей России научат гостей и фигурку из оленевого рога выточить, и узор старинный вышить, и даже поморскую козулю вылепить. Здесь в основном национальность будет коми, там сами, и в середине будет немецкая коми. Ну, такая как бы стол, можно так сказать, потому что там немного места. Еще один грант получила Лавозерская средняя школа. Активный участник различных конкурсов. За последние годы в учреждении появилась точка роста, новое оборудование и отремонтированные кабинеты. Дважды мы участвовали в проекте, желая отремонтировать наше пространство столовой школьной. Но, к сожалению, в этом году было всего 6 победителей по этой номинации. Мы были 7-е. У нас нам обидно, не хватило 1 балла. Представляете, как это горько. Да, ну и, конечно, вот этот проект, объявленный Норникелем, ну, мы тоже решили, что мы не можем его упустить. В школе маленькая библиотека переполнена книгами, а читального зала и вовсе нет. Благодаря выделенным деньгам руководство планирует сделать пространство, где можно будет читать книги, заниматься театральным искусством и играть в настольные игры. Вот такая была наша цель, то есть привлечь детей в это пространство и привлечь детей к чтению, вывести их из компьютера, из мира компьютера, мира телефона. Конкурс соцпроектов о благотворительной программе «Мир новых возможностей» проходит в Лавозере впервые. Норникель и Кольская ГМК пришли в район в 2023 году, когда начали подготовку к разработке Калмазерского месторождения лития. Даниил Скуратов, Данил Пугачев, ТВ 27+.